фестивале «Зарайская слобода» модели в костюмах конца 18-го, начала 19 века. Это точные копии русских крестьянских костюмов с ручной вышивкой и ткачеством. Фестиваль-конкурс «Зарайская слобода» – это место, где можно не только смотреть, но и участвовать в действии. Например, в этом году зрители учили народным танцам и хороводам. Народная традиция – это не когда смотрят, а когда участвуют. Понимаете, и даже если ты что-то не умеешь, ну, так люди же есть, помогут, там, подскажут, наставят, направят. Вот, поэтому мы, конечно же, ждем какого-то отклика еще более активного, именно такого вот интерактивного. «Зарайская слобода» – это в первую очередь фольклорный фестиваль. Собирает он коллективы, выступающие на крупных европейских площадках, и небольшие группы. Все они – представители фольклорно-этнографического направления, исполняют русские народные песни, которые пели в деревнях. Однако на фестивале происходит синтез аутентики и современности. Продолжают традиции предков молодежные и детские коллективы. Причем у победителей этого года есть шанс стать хедлайнерами следующего и выступить на сцене наравне с известными исполнителями. Конкурс год от года становится все более разнообразным, интересным и более высокого уровня. В этом году, конечно, многие коллективы просто поразили. Научиться делать куклу из соломы и глиняную игрушку, попробовать себя в роли кузнеца. На фестивале-конкурсе «Зарайская слобода» можно полностью окунуться в атмосферу средневековья. Это целиком его заслуга. Я держал клещи только. Как бы, и доставал, засовывал в огонь, доставал в огонь. Это, по-моему, это весело, как бы, давать участникам возможность самим попробовать себя в этом искусстве. «Зарайская слобода» – один из самых крупных проектов по сохранению и развитию традиционной народной культуры. С прошлого года он проходит при поддержке фонда президентских грантов. Только в прошлом году его участниками стали 100 музыкантов и около 11 тысяч зрителей. В этом году эта цифра достигла 20 тысяч. По мнению аналитического агентства «Турстат», «Зарайская слобода» была внесена в топ-3 летних этнофестивалей на открытом воздухе. Я думаю, что если в ближайший там, год, 2-3, «Зарайская слобода» выйдет с 3-го места, потому что показателям прошлого года. Мы сейчас на 3-м месте среди фестивалей, музыкальных фестивалей фолк-направления. Чтобы эта площадка была любимым местом для жителей как Зарайска, Московской области, Рязанской области, да и всего центрального Подмосковья. В следующие выходные на этой же площадке пройдет фестиваль «Зарайский ратный сбор». Для всех гостей фестиваля вход на него свободный. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».